Всем привет! Кастала здесь. Вчера на Комиконе, по-моему, в Нью-Йорке, произошло очень такое незыблемое чудо. Новая экранизация по Марио. Почему новая? Потому что уже на самом деле были попытки уйти Марио в экранизации. А если быть точнее, в одну, в плане кино. И все вышло очень неудачно. Мы знаем про этот фильм, Life Action, и в итоге он провалился, жестко провалился, потому что ожидания фанатов были, увы, неоправданы. Но у Марио все отлично в плане мультсериалов, ну и, конечно, в плане видеоигр. Тут уже особо можно не зарекаться. Но в будущей экранизации 23-го года, в котором главного героя Марио будет озвучивать Звездный Лорд, он же Питер Квилл, он же Крис Пратт, есть одно но. Ее делает Illumination, которая очень злосчастно знаменита своими миньонами, хотя миньоны гравитации на самом деле мне даже понравилось, и даже я собираюсь сделать потом реакцию на Далбека. Но с другой стороны, может быть, у них все получится гораздо лучше. То есть, давайте вспомним. С «Гадким я» у них получилось только два раза. С экранизацией книг «Лоракс», «Кринч» у них не получилось вовсе. Может быть, у них получится в плане видеоигр? Давайте посмотрим. Только сейчас выкатили трейлер с дубляжом. До этого его целый день не было. И только на таком канале, больше нигде. Раз у нас все под санкции пошло, то приходится иметь дело с этим. У меня тут кот орет, поэтому секунду. Приходится уходить в самодеятельность в плане озвучки пиратской и в плане Red Hat Sound. Не реклама, просто зацените их озвучку, поскольку сейчас они единственный... Последний оплот нормальной озвучки. Но еще лот фильм. Ну, в общем, все как всегда. Illumination в графическом плане она всегда хороша. Но вот в смысловом плане, в плане юмора, в общем, надеюсь, они не ударятся в грязь лицом, потому что я хоть и не супер фанат Марио, но, тем не менее, это одна из моих любимейших вселенных. Даже вот думаю на днях поиграть в одну такую, если, конечно, у меня все получится с торрентом, потому что там нужен специальный эмулятор качать. Узрите! Короля Кубу! Ну, короля Купа лучше тогда. Боузер! Или как в некоторых играх зовут Баузер. Я специально, ребят, останавливаю, чтобы не схлопотать авторских прав. Хотя, с другой стороны, у меня монетизации на канале и так нет, так что мне все равно. Откройте ворота! Джек Блэк, по-моему, его озвучивает, Боузера. В атаку! Пингвины, если что, это из Super Mario 64, и они еще были на упаковке Kellogg's, от которой у некоторых игроков возникали кошмары. Смотрите Лунного Янки. Это всего... Пингу бы лучше справился. Это же демонстрация нашей ярости. Вы сдаетесь? Я не сдаюсь. Ну, эту реплику можно было и более так обыграть. Наконец-то я нашел это. Кто теперь меня остановит? Тема из Марио. Ну,
Выглядит неплохо, но можно было усы чуть-чуть побольше сделать. Что это за место? А то они какие-то, ну, мелкие очень. Не трогай этот гриб, а то умрешь! Ой, простите, это совершенно нормальный гриб. Ну, тот, он не меняется, он везде хорош. От Марио! Грибное королевство, вот и мы! Here we go, как говорится. Ну и, собственно говоря, замок, в котором есть принцесса Пич. И недавно слили изображение с дизайном принцессы Пич. Неплохо. Довольно неплохо. То есть... Супер, братья Марио. Все может выйти довольно круто. Озвучено специально для канала в рейтинге. Luigi's Mansion, I guess. Ну, пока внушает надежду на то, что это может выйти все отлично. То есть, я дам шанс Illuminations исправиться. Поскольку, повторюсь, мне понравилась гравитация, и, возможно, у них все выйдет удачно. То есть, наконец-то Illuminations станет нормально с колен. Дядя Крис, как говорит Культас, в своих обзорах на Illumination, и не только. Крис Мелидандри, речь о нем идет. Наконец, осознает все свои ошибки, все свои проколы, которые он делал в своих предыдущих работах, потому что, несмотря на то, что миньоны хоть и окупились, и от этих миньонов фанатеет весь мир, тем не менее, их все ненавидят. Тем не менее, вот. В общем, надеюсь, он исправится, осознает свои ошибки и сделает ту экранизацию Марио, которую мы ждем и которую мы должны полюбить. Так же, как анимационный мультсериал, так же, как и видеоигры. Ведь Марио, как и Соник, лучшее наследие человечества. На этом все.